Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня начинаем новую серию под названием «Психолог на дому». Поговорим сегодня о социальных группах. Как вы можете для себя представить, социальная группа – это группа, состоящая из… Двух или более человек. Да. Но, как говорили на психфаке МГУ, где я имел честь учиться, группа может состоять из одного человека, как бы это ни было удивительно. Сейчас поясню, как это может выглядеть. Допустим, я на работе начальник, а дома я подкаблучник. И как в одном человеке уживаются эти две ипостаси, как они между собой договариваются, сосуществуют, живут. Это и есть уже, как говорится, группа из двух персонажей, находящихся в одном человеке. Дальше больше.